Немногим больше недели работает безвизовый режим для иностранцев, желающих посетить парк «Августовский канал». Вопреки скептическим ожиданиям, такая форма въезда в нашу страну вызывает интерес у зарубежных гостей. Гродный, конечно, сам «Августовский канал» уже посетили испанцы, поляки. Теперь приехали туристы из Литвы. Йонас и Инесса Бразюлис выбирали город, где можно было бы комфортно отдохнуть. В списке были Рига, Берлин, Варшава. Но остановились на Гродно. Во-первых, признаются, не были. Во-вторых, упрощенный въезд. Сколько я вижу, город очень чистый, люди ходят, улыбаются. Все как бы и хорошо. Вот походим, потом и скажем, что как было. Однако гостям, желающим полюбоваться живописными видами города, нужно помнить о некоторых нюансах. Для пересечения границы, помимо паспорта, при себе нужно иметь документ, который подтверждает право гостя посетить Августовский канал. Такую бумагу выдают туристические фирмы. Нам присылают документы, выбирают программу на сайте, которую бы хотели посетить. И на основании вот этой программы мы разрабатываем стоимость, программу посещения. И присылает человек документы, подписывает договор в электронном варианте. Мы ждем гостей сразу.